Всем привет! Сегодня я расскажу и покажу, как я делаю утяжки. Вот у меня есть такая деталь. Это будущая голова у коровки. Вот, чтобы вы понимали, вот здесь будут пришиты ушки в дальнейшем. Вот так, здесь будут глаза. И мне нужно сделать утяжки ноздрей. То есть вот здесь будет одна должна быть утяжка, здесь вторая, сильно нажала. Итак, нам для этого понадобится, ну, во-первых, сама деталь. Нам понадобится длинная игла, ну, настолько длинная, насколько вам нужно будет проткнуть деталь. Нитка такая же, я использую всегда те же нитки, которым связано основное полотно, и ножницы. Сначала мы должны с вами, пока у нас не утянуто ничего, мы должны с вами наметить, где мы хотим сделать утяжки. То есть у меня это будет одна здесь утяжка, другая утяжка, соответственно, она должна быть симметрична, будет вот здесь вот. Проверяем симметрию. Да? Если мы этого не сделаем, то когда мы утянем уже одну сторону, то невозможно будет определить, ну, скорее всего, невозможно точку, симметричную точку на другой стороне. Поэтому это нужно сделать на полотне, когда оно еще не утянуто. Итак, мы вставляем нитку в иголку, и далее у меня еще верхнее отверстие я не стянула, и у меня есть еще одно отверстие вот здесь вот, на этой стороне, на внутренней стороне головы, поскольку здесь будет крепиться к туловищу. Мы можем, соответственно, и через это отверстие затянуть, также я могу затянуть и через это отверстие. Поскольку оно у меня расположено далеко, да, и практически перпендикулярно моим утяжкам, то я совершенно спокойно могу это сделать, в том числе и здесь. Но в обычных игрушках, да, когда мы пришиваем просто голову сверху, такого нет. Поэтому нам нужно выбрать ту точку, которая будет, чтобы у нас наше отверстие было не сбоку, а именно на противоположной стороне от утяжки. С этой стороны мы оставляем хвост, хвостик. Никаких узелков мы пока не делаем на нитке. И смотрите, я делаю через отверстие, прохожу. То есть вот у меня то отверстие, которое мне нужно утянуть. Утяжка у меня не должна быть сильно большая, поэтому я просто оставляю. Вот у меня вышла нитка. Это отверстие я оставляю, мне оно нужно для стяжки. Соответственно, я в следующее отверстие вставляю иголку. И вынимаю оттуда, откуда мы вошли. И далее все очень просто. Мы тянем за наши два хвостика. Вот видите, утяжка образовалась. Тянем, только смотрите аккуратно, чтобы наши ниточки не разорвались. Если вам требуется сильная утяжка, то вы это можете сделать, например, есть такие тоненькие лесочки продаются, или продаются очень плотные сами по себе нитки, по-моему, капроновые они называются, если я не ошибаюсь. Вы их точно никогда не порвете. Будете, я знаю, спрашивать у меня, что это за ниточки. У меня это моя любимая пехорка, детская новинка. Так, все, я завязала два узла. Эти ниточки я потом спрячу. Со второй ноздрёй делаем то же самое. Thank you.
сделали две утяжки так, как мне нужно. Дальше мы эти хвостики убираем сюда вовнутрь, в это отверстие, и его уже стягиваем иголкой. То есть вот принцип простой. Самое главное в утяжках — это крепкие нитки.